Продолжаем съемки видео по темам, предложенным читателями страницы. И если у вас тоже есть какая-то интересная тема для видео, присылайте ее, ссылка на группу в Фейсбуке будет в описании, и я буду вам очень благодарна. Итак, сегодня мы говорим про лень и продуктивность. Ну, начнем с того, что по большому счету лень – это термин бытовой, вот в медицинском мире его нет. И он может описывать этот термин замечательный «лень» огромное множество самых различных состояний, начиная от действительно симптомов каких-то душевных расстройств, как, например, при депрессии или при эндогенных процессуальных расстройствах у человека снижается мотивация, и, естественно, со стороны для тех, кто за ним наблюдает, это может выглядеть как лень. Ну, вот родственники смотрят, человек лежит или сидит, ничего не делает, ни к чему не стремится, ничего достичь не пытается. И если они не знают, что это на самом деле является проявлением болезни, то, конечно же, для них это будет выглядеть просто как лень. Но, конечно же, большинство случаев связаны с миром здоровья. И по большому счету природа наша такова, что внутри нас постоянно сражаются две противоположно направленные тенденции. Первая тенденция – это стремление к активности, к активной жизни, к тому, чтобы переживать эмоции, к тому, чтобы получать новый опыт, обучаться, развиваться для того, чтобы удовлетворить свои потребности. И это очень ярко видно по детям. Да? Дети могут очень долго заниматься тем, что их интересует, еще их оттуда и не вытащишь. Их постоянно тянет на все четыре стороны одновременно, если они помладше. И это является неотъемлемой частью нашей природы, с одной стороны. А с другой стороны, неотъемлемой частью нашей природы является тенденция к экономии энергии. И если у нас есть возможность ничего не делать, то мы предпочтем ничего не делать ради того, чтобы не тратить силы понапрасну. Таким образом, вся наша деятельность, по большому счету, это результат взаимодействия вот этих вот двух факторов. С одной стороны, стремление активно действовать, с другой стороны, стремление не действовать и сэкономить энергию. Это первое, что важно знать про лень и продуктивность. Что же такое с психологической точки зрения то, что люди в быту называют ленью? Первый вариант – это на самом деле отсутствие мотивации. То есть когда человеку не то чтобы лень, а ему вот то, что он не собирается делать, на самом деле вообще не нужно. Но он не может себе признаться или окружающим признаться в том, что вот та штука, которую следовало бы сделать, его совершенно не интересует и ни разу ему не нужна, потому что у него есть причины скрывать информацию про то, что мотивация у него отсутствует. Ну и таким образом это выглядит, как если бы он говорил: «Да-да, мне все это очень сильно нужно, но мне лень это делать». Какая у нас бывает мотивация вообще? Мотивация бывает внутренняя, когда человек что-то делает, потому что он этого хочет. И внешняя мотивация. Внешней мотивации бывает два типа. Первый тип – это внешняя положительная мотивация, когда человек говорит: если я сделаю вот это, я-то, конечно, может быть, и не хочу, но если я все-таки напрягусь и сделаю, то внешний мир даст мне какой-то ништяк, какое-то подкрепление. И внешняя отрицательная мотивация, когда человек говорит: я, конечно, не хочу это делать, но если я это не сделаю, то внешний мир даст мне по шапке. И, конечно, этого тоже бы не хотелось. Но, по большому счету, настоящая мотивация и настоящее отсутствие лени – это, ну, только вот внутренняя мотивация, когда я хочу этого, потому что я этого хочу, это соответствует моим потребностям. Внешняя мотивация, когда я ожидаю ништяк или ожидаю не получить по шапке, это, по большому счету, не совсем мотивация, и поэтому, конечно же, в этих местах человек может иметь глубоко, что называется, в душе мысль о том, что «мне-то оно не надо», ну и тогда, естественно, это будет выглядеть как лень. Второй вариант лени – это какие-то барьеры на пути к действию. То есть если в первом случае человек и не стремится ступить на этот путь, потому что у него отсутствует мотивация к достижению цели, то во втором случае у него есть мотивация к достижению цели, вот что-то ему действительно надо, какие-то потребности у него имеются, но на пути к этим потребностям имеются те или иные барьеры. Чаще всего это страхи. То есть человек, глубоко в душе, сам того не осознавая, имеет фантазию про то, что если я начну действовать в этом ключе, то меня могут наказать, или я могу облажаться, у меня может не получиться, я расплачусь за свой облом самооценкой. В общем, у него страхи, 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 которые мешают ему активно действовать. И таким образом вот этот внутренний механизм принятия решений наш, бессознательный, говорит о том, что слушай, ну вот потребность-то, конечно, хорошая, в общем-то, можно бы на ней было поработать, но как-то страшновато, потому что вот смотри, такие риски, и со стороны это выглядит, как человек ничего не делает, и когда его спрашивают, а чё ж ты ничего не делаешь, смотри, какая классная штука может быть тобой приобретена в процессе твоей деятельности, он говорит, да чё там мне лень. На самом деле ему просто страшно, но он не добрался до вот этого вот осознания. Теоретически можно рассмотреть варианты, что есть еще какие-то версии лени, кроме болезней, отсутствия мотивации неосознаваемого или скрытого, или страхов, которые мешают человеку двигаться к определенной цели.
Но по большому счету большую часть случаев лени можно свести именно к этим причинам.